Есть какие-то вопросы? Будьте любезны. Ну как так? Из фильма. Я смотрю фильм. И я обращаю внимание на кадр, а не на фильм. То есть картины не связаны с сюжетом фильма. Они связаны с кадром, который я знаю. А что там в фильме, не важно. Ну вот Гамлет, конечно, связан, но там и сюжет соответствующий большой. Сюжет большой и сложный. Но в любом фильме, ну, может быть, не обязательно в классическом, да, в большом сфере, может быть, сюжет сложный. Но смысл, что это картина просто тогда. То есть можно сказать, что конкретному спектаклю отношение к вещам. Да. Мне нравится фильм, я вижу композицию хорошую. Я выбираю, у меня есть загашник, я записываю локомотив, делаю скриншоты и потом потихонечку работаю. А вот это другая система. То есть это основано все на всяких великих художниках. Вот есть Леонардо, Дюрер, вот есть эти Голод и Грин. Буше, несколько картин Буше. Вот Эмбрион, это Леонардо, вот здесь Эмбрион, да? Это его анатомические зарисовки. Куха, у них такой есть мастер чешский, он в Америке жил и подавал там вот этот рисунок, вот, вот лежащий мужчина и беременная женщина, как бы, тоже его. То есть я изучаю их метод, срисовываю, учусь таким образом, называется урок рисования. И своим конфеминизмом туда добавляю смысл, объединяю их. Но получается, как бы... Вы целиком копируете, берете это и свое. Она обработана, даже если взять тот кусочек, который скопировал, он все равно обработан. Да. Можете посмотреть, сравнить, насколько прорисованы в графике, например, в маленькой модели, или как обобщены они уже на картинках. Даже вот здесь вот лежащего мужчины, посмотрите, как у Ханикова прорисовал. И формат другой совсем. Конечно, меньше. То есть, ну, оригинал там маленький. Ну, он не такой, конечно, маленький, но понятно, что это рисунки на небольшом формате. Там вот уши есть на той стенке. Тоже можно посмотреть, как он пером там. Вот там. Как он прорисовывал и как у меня обобщено. Но это я бы не узнал даже совсем графику 100%. Это все-таки скорее живопись на бумаге. Ну вы просто сам все-таки выучили на карнативе, да? Да, да. Но вот только вот три пейзажа еще есть. Потому что место осталось. У меня одну картину, у меня не взяли. Шкалировка, раскалировка. Черепом не взяли. Одну я не успел. Осталось место.